привет! Вы на канале Йоркширский Терьер Бонни. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь. Нам будет очень приятно. Бонюше исполнилось 4 годика, и по этому поводу мы решили организовать благотворительную вечеринку для собак. Сейчас мы уже пойдем собираться в ресторан, где нас будут ждать гости. Гостей мы попросили, чтобы они дарили в качестве подарков Бонни полезные вещи для приюта. И как мы поедем передавать подарки в приют, можете посмотреть в нашем следующем видео. Мы пошли наряжаться, одевать Бонюшке ее красивое платье и встретимся в ресторане. Спасибо! И здесь мы привезли лекарства для собак в приют. Возможно, кому-то они помогут. Привет! Привет! Подарки для Бонни, а подарки для приюта у нас вот такие тяжелые, большие. Мы еще мисочки прикупили. Для, ну как просили, металлические, и консервы там по разным видам, с разными видами мяса. Привет, мой! Привет! Да, Бонни обязательно передаст. Сейчас мы будем проводить конкурсы для собак. Суть каждого из них я расскажу потом. Собака, которая будет выполнять задание первой, будет получать по одному советскому рублю. Потом мы посчитаем, у кого сколько рублей, и тот, у кого их будет больше всего, получит приз. Какой приз? Потом увидим. Так, мы сюда высыпали вкусняшки, чтобы собаки хоть как-то выполняли команды. Кто какой последовательности выполняет цена? Ой, я первая, классно! Мешок, в котором лежат команды. Надо вытянуть команду, и если собака выполняет команду, то она получает один. Бегу. Нам очень поможет сейчас подарок, потому что на плитку Бонни не любит ложиться. Бонечка, лежать. Молодец. С первого раза выполнила. Молодец. А пусть еще раз ляжет. Бонни, лежать. Да сколько можно? На этом коврике любая собака готова лечь. Ага, это я просто очень умная. Мартин. Чего вам от меня надо? Лежать. Лежать. Блин, ну ладно, все равно заставят. Молодец. Ура! Молодец, хорошо. Вот с чего она решила, что я сейчас хочу давать лапу. Дай лапу. Ой, ладно, так уж и быть. Задание засчитано, ура! Третий участник получает свой заслуженный рубль. Ну что, я буду колбасной. Привет, а как тебя зовут? Эй, ты куда? Ой, подожди, что-то бок зачесался. Голос. 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 Задание выполнено. Да, ну, четвертый участник получает свой заслуженный рубль. Вкус мы прячем вкусняшки в специальный коврик для поиска вкусняшек. И собака должна найти одну вкусняшку. Искать. Не бойся. Ну-ка, где же оно? Ой, что-то у меня от стресса это нюх отказывает. Так, сейчас я помогу. Вика, спаси! Давай. Мелкие, что у вас тут? Вик, ну у нас же могут правила меняться. Не хочу. Так, главное быстро сбежать. Yes! Лаврик нашел вкусняшку! Поняли? Учитесь как надо. Первый участник заработал свой честный рубль. Ура! Давай. Смотри, тут Мартин. Ура!
Ура! Да, я сделала Молодец, это. С первого раза. Где Боня? Где Боня? Все. Опа, мячик. Вау, мячик, побежал мячики, ну кинь, кинь, кинь его уже скорей. Ну кидай, 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 ну уже. Ура! Yes! Yes! С первого раза, ура! Нет, у вас какая-то стрёмная штука, я лучше пойду. Давай, давай. Алла, принимай его там, принимай. Где я? Спасите трубу меня. Трубу вытягивай, вытягивай из него трубу назад. О, колбаска. Чей это мячик? Он сейчас грызет. Выходи, выходи. Да мне уже и тут, в общем-то, нормально. Ну, давайте, ну, лапы, чтобы обе... О, yes, конкурс выполнен, ура! Рубль заработан. Отпусти меня. Покажите, Боня, не, ну, куда вы ее отдали? Ну, Бонька, иди ко мне. Что это было? Молодец! Да. Вик, поправь мне корону, пожалуйста. Да чего тут искать-то? Вот же она тут. Она достала и съела. Молодец. Так, понял, да? Нет, а что я должен был понять? Что за дурацкий вопрос? В холодильнике колбаска. Не хочу. Я на диете. На диете я. Нет, не буду. Это бесполезно. Ну подскажи ему немножко, покажи, где это. Если я сказал не хочу, значит не хочу. А что он хочет? Слушай, ну да, стаканчиком туда спрячь. Так, мне говорили, что сегодня будет тортик. Пойду-ка я лучше его поищу. Так, давайте следующий платье. Ой, ты умею, умею, прыгну. Боня, прыг. Ура! Интересно, прокатит, не прокатит? Ура! Ура! Yes! Первая высота взята. Назад. Повыше, повыше. 3.30. Yes! Yes! Ну это уже... Нет, ну совесть-то уже надо иметь. Я вам не конь. Колбаска. Высота взята! Че вы смеетесь? Я бы на вас посмотрел. Yes! Первая высота взята! Ой, опять! Молодец! Вика, ты сама перепрыгни и туда его зови. Чё это у вас за палка? Нет уж, спасибо. Куда? Yes! И эта высота взята. Ура! Вика, заслуженный рубль вручай. Ха,
поняли? Нечего потакать своим хозяевам. Я держу всех собак. Все собаки разных пород. И вот хозяйки. Кто такой прибежал? Я, это я, Викуся прибежала. Где? Вот он. Бежит. Ну давай. Забежал. Yes. Конец, спасибо. Мой хвост. Кусает, чуть хвост меня оторвал. Пошли разборки хозяев. Ничего не знаю, мама, я просто играл. Кто кого укусил? Скажите, вы кусали кого-нибудь? Нет, честное собачье. Так, покажите ваш хвост. Просто безобразие. Ваш хвост покажите. Вон, еще я обслюнявил. Да, виден укус, укус виден. Хорошо, что укус ты виден. Такой шерстяной. Наш последний конкурс. Все хозяева с собаками опять стоят в линию. Я кидаю мячик, и кто первый догонит мяч из собак, тот и победит. 3, 4. Так, мячик. Да что, мячей что ли не видела? Вот. А теперь кусай. Нет. Yes. Тащи его. Мам, ну ты мне еще разок кинь, а? Конкурс состоялся. Давайте считать рубли. У меня 4. У нас есть победитель. Да не за что. Ура! Но при этом, друзья мои, мы помним, что это сувенирчики чисто символические, основные подарки мы передаем в приют для собачек, который находится в Московской области. Сейчас у нас будет так называемое чаепитие. Официант! Первый прошел перед зеленую пироженку. Так, меня никто не видел. Я так же всегда делал в детстве. Ни крыс погонять, ни кошек за хвост погонять. Эх, а торт был уже так близко. Ванюш, иди забывай, мам. Загадывай желание. Надо подумать. Ванюш. Все, готово. Давай, дуй. Молодец. Ванюш, лизни. Ой. Ну что, раз, два, три, фас! Да, хомячу, я этот торт ждал 2 года. Два, вкусно. Очень вкусно, чтобы мне такой же организовали день рождения. Все-таки вкусный торт.
Чапка не стоит. Ой, спасибочки, обязательно съем потом. Да нет, я Пашка. Так, кто тут что не доел? Опа, вот это повезло. Вкусняшка. Вот что надо было класть-то. И Саша туда. 70 грамм. 250. 250 уже надо регистрировать. Я со сковородки поеду. Пока никто не видит, закушу Цезарем. Мне? Да. Тебе. Тебе, если надо, бери себе. Все будет. Ну что сказать? Боня, конечно, гулять умеет. С днем рождения. Да. Дзинь. Съем в следующей жизни. Нет, я не беда в том, что из нее пил Мартин. И остальные пить отказываются. Хороший, вот этот желтый с маракуйей явно. Манго. Да, желтый вкусный. Я тоже хочу. А говорили не сумка, а лежанка. Я могу сумку от лежанки отличить. Все, давайте уже несите королеву спать. Боня. Не надо меня ненавидеть. Сейчас мне удобно везде, главное, чтобы не лапами. Одно лицо. Мы решили продолжить празднование дома с некоторыми чиосами. Боня наконец-то превратилась снова в нормальную собаку. Чивасик. Да. Скажи, чивас, я говорю, Боня, тебе тоже чивас нравится. Хочешь такого братика, Боня? Давай, включи зёд своего. Мячик. Кто говорит? Папа сырёт сидит, шарик, говорит, включи зёд своего. Неси нам мяч. Неси, давай. Что, тут мяч был, да, Боня? Боня, иди принеси игрушки. Что ссыть? Ходи. Стороной. Чива, с тобой каждый день так играть? О боже. Что, ты испугался, что ли? И Боня просто сама залезла на диван. Обычно она просит, чтобы достать. Будь мужиком-то, ёлки-палки. Не надо. Бедный. Пап. На, забери свой мячик, иди. Папа ушел, забрал свой мячик и ушел. Надо дать. И этому Чивасу с собой надо дать. Время 11 часов вечера, гости разошлись, в ресторане мы провели около 7 часов, Бонька очень устала и уже ложится спать. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока!